Здравствуйте. Сегодня у нас новый вредитель. Мы вам покажем несколько сюжетов об отклонениях семей от нормального состояния. Первое, что мы должны показать сегодня, это семью, которая умерла в течение последней недели, то есть совсем недавно. Внутри вы сможете увидеть, мы быстро просмотрим рамки, вы увидите самые первые признаки вредителя, который называется восковая моль. И прямо здесь вы видите взрослую бабочку. Мы застали уже тот момент, когда она перешла из личиночного состояния в кокон и превратилась в бабочку. Мы также можем заметить, что довольно сложно, потому что сот очень темный, эту шелковистую паутину. Она видна либо на поверхности рамки, или иногда мы видим эти маленькие туннели в соте с шелковистыми нитями неглубоко под поверхностью. Это признаки и симптомы поражения личинкой восковой моли, которая прогрызает себе путь, поедая сот и разрушая его. Тут взрослая особь, давайте посмотрим. Может быть, есть другие признаки. Здесь еще одна взрослая бабочка. А вот кое-что еще. Перед вами коконы восковой моли. Они имеют белый цвет. В них восковая моль находится в стадии куколки. Все, что темного цвета вокруг коконов, называется ПЖВМ, продукт жизнедеятельности восковой моли. То, что, очевидно, пчелы будут вычищать из улья, если их семья достаточно сильна. То есть, пчелы обычно справляются с молью сами. Восковая моль — это скорее проблема для мертвых семей и сотов на хранении. Личинок обычно больше в расплодных рамках, чем в медовых. И вот последний, но не единственный признак. Отчетливо видно, что происходит на соте. Здесь снова мы видим несколько коконов и ходов, идущих внутрь сота, прямо под поверхностью. Если вы заметите их, то вряд ли пропустите и ошибетесь. В соте явно видно шелковистое волокно и дыры. Это самая начальная стадия поражения восковой молью. Как только она чуть больше разовьется, и если мы оставим семью еще на несколько недель на улице, восковая моль полностью захватит улей и в определенный момент совершенно уничтожит соты. Если они пластиковые, то не страшно. Вам просто нужно соскрести остатки воска и покрыть рамку новым слоем для отстройки суши. Так, конечно, вы потратите больше пчелиного ресурса. Но если так случилось, что восковая моль нанесла повреждение деревянной рамке, то лучший выход — это сжечь ее, заменить на новую. Итак, есть два способа контроля восковой моли. Во-первых, моль любит теплые и сухие места, поэтому солнечный свет — это не то, от чего она побежит. В теплую погоду не стоит оставлять рамки на улице. Но если вы будете хранить рамки в помещении с температурой ниже 16 градусов, это, скорее всего, ограничит развитие моли, так вы сможете сдержать заражение. Что касается нас, то мы начали поступать так. Мы берем этот корпус и ставим его над разделительной решеткой на очень сильную здоровую семью на 2 дня. Пчелы из этой сильной семьи поднимаются и занимают рамки, чистят их от яиц и личинок моли, после чего мы можем забрать корпус и поместить в прохладное помещение. Таким образом, мы получим чистые рамки, которые мы в дальнейшем сможем применять для новых целей. Это то, что касается восковой моли. У нас в стране нет никаких зарегистрированных препаратов для борьбы с молью. Нужно проверять семьи и, самое главное, обеспечивать хороший уход. Вторая тема, о которой мы хотим рассказать вам сегодня, это наши методы контроля клещей варуа. Мы используем клейкую бумагу. Это простая офисная бумажная папка, которую мы открываем и смазываем растительным маслом, чтобы она стала липкой. Когда отходы воска и клещи падают вниз улья, они прилипают к бумаге и не могут вырваться. Поэтому мы просто смазываем ее маслом и вставляем в литок.
возвращаемся через 3 дня, вытаскиваем. Этого времени достаточно, чтобы сделать анализ на количество клещей, и при этом это не слишком долго, чтобы было много лишнего мусора. Итак, 3 дня она находится там, затем мы вынимаем ее, папка лежит на подносе, выдвинем его. Вот и она. В ветреную погоду нужно быть более осторожным, но в такой день, как сегодня, можно всего лишь закрыть папку, удостоверившись, что и мусор, и клещи остаются внутри. Можем забрать ее домой или в лабораторию, посчитать количество клещей и выяснить, сколько их падает в день. То есть, папка была в улье уже 3 дня, поэтому разделим количество клещей на 3. После чего вы можете узнать о рекомендациях по лечению в вашей конкретной местности, в зависимости от заклещеванности, а также от времени года, когда вы делаете анализ. Вот такой метод анализа с помощью клейкой бумаги. И последнее, что мы хотим сегодня вам показать, это несколько товаров, которые у нас есть для борьбы с заболеваниями и вредителями, прежде всего клещами варуа. Как видите, против клеща у нас целая гамма препаратов. Также здесь представлено несколько антибиотиков для лечения пчелиных семей. Если вы живете за пределами Онтарио, лучший способ узнать, какие конкретно препараты и в каких объемах рекомендовано применять в месте вашего проживания, в интернете. Но в Онтарио лучший справочный ресурс – это сайт ОМАФРА, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады. Ссылка находится в описании. Там вы сможете найти доступные препараты. У них вот такие статьи с красивыми иллюстрациями. Очень хорошо рассказано, что это за вредители, что они делают и как их сдерживать. Мы советуем этот сайт для всех пчеловодов Онтарио. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.